Полицейские задержали подозреваемого в расстреле 6 человек в Белгороде. Его поймали, когда он пытался выехать на грузовом поезде из зоны оцепления. Сергея Помазуна опознали стражи порядка и скрутили. Во время задержания предполагаемый убийца оказал сопротивление и ранил сотрудника правоохранительных органов. Я детей не стрелял. Я ад стрелял. Кого? Ад. Ад стрелял. Понятно. Следственно-оперативная группа обнаружила нож, которым был ранен полицейский. Сам задержанный не пострадал. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье убийства 2 и более человек. 31-летнему Сергею Помазуну грозит пожизненное заключение. В понедельник мужчина открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на Народном бульваре в Белгороде. На месте погибли 5 человек, в том числе ученица 7 класса. Еще одна девушка скончалась в реанимации.